Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребятки, будем проверять, тестировать телефоны, которые прислал мне Рихардс. Сегодня у нас это Samsung X510 в бордовом цвете. А так у меня еще есть в сером и в бежевом, бежево-золотой. Сегодня пока будем тестировать бордовый. Пока у вас хорошее настроение, зайдите в ссылочку в описании и подпишитесь. Там есть ссылка на Яндекс.Дзен, там перенесли мой канал, моя партнерка. И теперь можете смотреть также в Яндекс.Дзен много классных видосиков. Я буду благодарен, можете посмотреть пару видосов, подписаться, прокомментировать. Буду благодарен. Ну что, ребят, давайте пробовать вставлять сим-карту. Так, я его почистил, убрал вот эти вот липкие штуки, которые время не щадит, резинки. Не знаю, почему они так на самсунгах летят. Ну и начинаем проверять, какая лапушка. Так. Берем аккумулятор. Телефоны приходят без аккумуляторов. Аккумуляторы вставляю свои. Так, это я взял усиленный. Ладно, значит, пока проверим без задней крышки. Поехали, потому что тонкие я не понаходил, зарядил пока такой. Но там по комплекту будет тонкий, который, ну, короче, которая крышка закрывается. Все будет зергу, за это можете не переживать. Так, сейчас у нас находит сеть. Теперь заходим в меню. Как я обычно вас учу, находим, ребята, язык. Так, сейчас... Сейчас. А, вот он, шпрех. Выбираем английский. И теперь делаем сброс на заводские настройки. Потому что, вот, reset setting. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Сейчас телефон сбросится на завод. И мы сейчас с вами все будем настраивать вручную. Вот, появились маки. Это стандартная тема. И стандартный бой, когда вы берете телефон. Вот так он выглядит, очень красиво. Ну и погнали настраивать. Значит так, первое. Инфоторазвага. Русского языка в прошивке нет, но телефон спокойно принимает сообщения на русском, на украинском языках. И можете выйти в интернет. Все будет читабельно, пожалуйста. Вторая папка. Это у нас Call Records. Короче, пропущенные, набранные, удаленные. И call time. Давайте посмотрим call time. Сколько? Последний вызов был 10 секунд. Total send 28 секунд. Так, total receive 0. Reset time. Короче всего, на нем наговорили не более 28 секунд, потому что телефон реально новый. Вы видите, не поюзанный, не подранный. Дисплей вообще без одной царапины. Жалко, что не придумали в Samsung делать лайфтаймер, как на Nokia. Было бы классно. Далее, выход в интернет, ребятушки. Это вот в этой папке. Дальше. Funbox. Здесь у нас есть WAV-браузер. Далее есть Games. Snowball. Это стандартная. И выход в интернет для загрузки игр и настройки. Это стандартная игра. Для всех самсунгов она не меняется. Скорее всего, она стоит в прошивке. И ее загружают. Когда прошивают, вот там чел что-то бродит. Сейчас, куда-то мы пришли в какой-то город. Сейчас будем играть. Stage 1. А, надо свалить, короче. А, видите, попасть снежком. Попали. По тыкве. Ну... Не умею я играть, поэтому звоняйте. Так, sound, звук, пусто. Далее, images. У нас одна картинка, скорее всего, это интуриста, видите? Потому что картин... Может, он все поудалял? Delete all memory status.
Так, короче, скорее всего, он все поудалял, все картинки. Это будет обидно. Мессенджер, текстовые сообщения, графические сообщения. Пожалуйста. Дальше. Здесь у нас настройка громкости. Здесь у нас находится мелодия. Ну, вот такие мелодии в нашем Самсунге. Дальше, Ring Volume. Это самый комфортный, это, по-моему, вот этот вот звук. Он не громкий, не тихий. Так, Alert Type. Короче, мелодия, без всякой вибрации. При нажимании клавиш можно сделать ксилофон, щелчок, тон. Вот сейчас у нас бипкает. А можно сделать ксилофон. Мне больше нравится ксилофон. Сейчас проверим. А что он квакает? Вообще ничего не понял. Ксилофон выбрали, а квакает поэтому. Ну, значит, что-то я неправильно или не понял. Message tone. Это когда будет смс-ка приходить. Можно выключить, можно включить вибрацию. Пусть будет вот это вот, отлично. Дальше. MMS Tone. Короче, здесь все вот это вот настраивается. Alert on call. Так, folder off. Так. Вот, select. Это при открывании и закрывании флипа. Так. Дальше. Power on off. Это классика. Звучание, когда вы выключаете телефон. Экстра мелодии. Так. Ну. А, ксилофон, это когда вы набираете клавиатуру. А когда вы бегаете по меню, пикает это. Господи, это все надо настроить и понять. Органайзер. У нас есть будильники. У нас есть календарь. У нас есть время и дата. Мировое время. Вот, видите, все написано. Далее, давайте установим время. Время 23.52. Окей. Дата у нас сегодня 25.10. Не знаю, если он поставит 21 год. В Ронкомпите, видите, что пишет? У меня нету такой даты. Вот с датой будет, конечно, проблематично. Далее, калькулятор. Блокнот, что делать. Голосовые метки. Обменник. Видите, что вот мне не нравится в Samsung, что там до 2014 года всего был календарь. Как его продлить? Некоторые говорят, подбирай год и выбирай. Ну, это же нереально. Только, наверное, прошивка поможет. Далее, у нас есть, ребята, фотоаппарат. Take photo. Давайте сейчас попробуем что-нибудь сфотать. Я понимаю, что у нас качество будет не супер-пупер, но... Видите, фотографирует. Дальше. Давайте теперь зайдем в меню и попробуем посмотреть, что у нас есть. Инфракрас, активация инфракрасного порта, дисплей сеттинг, настройка. Значит, что у нас есть по обоям? Маки, скрипка, вишенки. Короче, стандартный полностью набор, видите? Это вот стандартный набор обоев. На этот надо будет удалить пользовательски. Text display. Так, disable. Text display disable. Ага. Значит, что-то я сделал не так. Enable. Короче, какую-то гадость сделал. Текст, видите, на этом. Мне кажется, белый. Пусть будет прикольно видно.
Так, яркость на полную, контраст на серединку, отлично. Свечение бэклай сделаем 1 минуту. Телефон готов, короче говоря, к работе. Greeting, our number, language. Что по языкам? Немецкий, английский, итальянский, видите, французский. Почишу очень много языков, которых нет в других телефонах, но, увы, и жаль, русского, украинского нету. Почему, я не знаю, ребят. Все, все мы настроили. Смотрите, белый текст на этом смотрится очень красиво. Давайте теперь попробуем позвонить. Цифры очень крупные, поэтому если плохое зрение у женщин и мужчин, там кому вы берете, то будет отлично видно. Все работает отлично. Все, ребятушки, заканчиваю на оптимистической ноте. Телефончик рабочий. Все классно. Кто захотел купить, милости прошу. Пишите в комментарии. Не забывайте, ссылка на Яндекс.Дзен в описании. Обязательно зайдите, подпишитесь, посмотрите видео и прокомментируйте. Ну все, заканчиваем. Всем пока. Фотки с данного телефона будут в конце видоса. Пока-пока.